Добрый день. Сегодня 2 июня 2016 года. Мы находимся в Кстово, в клинике Кстовской, где проходили СКТ органов грудной клетки. Больной, который к нам обратился с проблемой опухоли в грудной клетке, в легких, 6 месяцев назад. Мы построили программу вылечения, убрать опухоль и добиться результатов, чтобы полностью все спало. И вот результаты, которые мы сегодня сделали, нас очень хорошо обрадовали. Если размер очага образования был 3,4 мм, то сегодня мы достигли ровно 3 мм. То есть наша программа, которую мы поставили, лечение, идет правильно. И мы очень довольны нашими результатами. И то, что мы достигли, наш курс лечения, он нас очень и очень радует. Я думаю, что в дальнейшем, через 3 месяца, опухоль будет намного меньше или вообще исчезнет. Благодарю вас за внимание. Спасибо.